Весенняя рыбалка вообще самая хорошая за весь зимний период, ведь приятно ловить рыбу, когда на улице плюсовая температура, пригревает солнце, да рыба еще и хорошо клюет. Но есть некоторая опасность провалиться под лед. Зимний рыболовный сезон подошел к концу, наступила весна, на многих водоемах лед все еще стоит, однако не всегда пригоден для рыбалки. В избежание несчастных случаев рыбаков предупреждают о возможных опасностях. Сегодня у нас проводится совместный рейд ДЧС Акмолинской области, ГУ спасательной службы, идет активное распыление льда. Ввиду этого рыбаки-любители так все равно находятся на ледовом покрове. В целях их небезопасности вот проводят совместный рейд предупредить, чтобы во избежание гибели рыбаков на водоем в период рыболовства. То есть сейчас всех предупредить, что на самом деле снеготаяние очень сильное, поэтому рыбакам будьте внимательны. Каждый день на водоемах Акмолинской области специалисты проводят замеры льда. На сегодняшний день покров озера Капа составляет 27 сантиметров. Как только отметка достигнет 15, рыбакам будет запрещено перемещаться по водоему. С учетом резкого потепления сложно предугадать тот крайний день. Опасность провалиться под воду вырастает в разы с каждым плюсовым значением на столбике термометра. Особое внимание обращается на правила поведения на льду во время подледного лова рыбы, а также проводятся разъяснительные беседы о том, что употребление спиртного даже в незначительных дозах приводит к нарушению координации движения, потери чувства осторожности и переоценки своих возможностей. Также было доведено до рыбаков, что при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на льду во время рыбалки необходимо обращаться в экстренную службу по телефону 112. Рыбаки должны и сами заботиться о своей безопасности. Вот некоторые особенности, при которых на лед выходить не стоит. Последний лед опаснее первого. Можно провалиться при толщине 40-50 сантиметров. По последнему льду не стоит выходить на реки и другие водоемы с течением. Существуют и показатели безопасности нахождения на льду. Одним из них является снег. Стоит отметить, спасателями ежедневно раздаются памятки и буклеты. С начала года рыбаки получили 820 экземпляров. Проведено 212 профилактических рейдов и 320 инструктажей. Александра Гауэрт, Марат Ахмеджанов, Джамбул Балтаев, Кокши Акпарат.